Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. Ролик, который смотрел уже, наверное, каждый, спойлер или очередная обычная затравка. О чем идет речь? Во в Дискорде разработчиков Эврима был показан трейлер, где Диабло-Цератопсы вместе со своим стадом находятся в определенной локации на карте. Как я понимаю, это определенные места обитания для такого вида динозавра в игре. Диабло там паслись, по сути, весь ролик. Значит, разработана миграция, которая будет способна поддерживать их рацион на продолжительном, так скажем, времени. Кстати, если поймать ролик на стопе на определенном кадре, мы увидим места их обитания. Нам показали спарринг двух самцов. Здесь уже можно увидеть новую механику. Далее систему ухаживания самки и самца. Диабло-цератопсы начинают гнездиться и выводят свой первый выводок малышей Диабло. Кстати, примечательно, спарринг будет у Диабло с рождения. Даже хэтчи этим будут обладать. В кадре попался человек с командой Apollo Engineering, который ведет съемку и изучение данных динозавров. Сказать, что люди будут в следующем обновлении чем-то уже уникально грабиным? Вряд ли. Далее. Ночью мы слышим крики траадонов и дилофазавров, вроде да, от которых Диабло немного всполошились. Еще замечу, что именно Диабло-цератопсы здесь показаны каким-то уникальным стадом. Ни одного вида другого травоядного. Диаблики любят придерживаться только своего вида. Под конец начинается самое интересное, и тут можно увидеть кучу всего. Новая механика ходьбы назад и в бока от Диабло, когда на стадо нападали омнирапторы. Но и у омнирапторов мы видим механику прижимания динозавра к земле и полное его уничтожение после обессиливания. Далее происходит следующее. Один Диабло погиб, омнирапторы спокойно его доедают ночью, а с рассветом на запах тела приходит, как мне показалось, Т-рекс. Инюш очень заточена под его силуэт, да и сильные громкие шаги тоже слышны. В общем, пишите комментарии, что думаете об этом и что вы также смогли заметить. Короче, ваши догадки. Ну и еще, естественно, палец вверх, подписка на канал и бац и в колокольчик. Хорошего выживания в Isle of Rima. Наверное, ждем обновления.